лестница, ступени, ведущие наверх к храму, это символ пути человека к Богу. На этом пути все равны. Благая весть, распространяясь из Иерусалима в Рим, столицу империи, одинаково потрясала души и рабов, и господ, и мужчин, и женщин. И, пожалуй, нигде это равенство не проявлялось так отчетливо, как в подвиге мученичества. Жертвенник этот, именуемый Небесным, сооружен по преданию на том самом месте, на котором император Август удостоился видеть Пресвятую Деву Марию, Матерь Божию на небесах, в златовидном сиянии, держащую на пречистых руках своих предвечного младенца. В первом веке до Рождества Христова римский император Август, за неисчислимые заслуги, нареченный сенатом титулом «Божественный», обратился к прорицательнице с вопросом, может ли он так называться, есть ли на земле кто-нибудь, стоящий выше него. В очертаниях дыма от жертвенного огня высоко в небесах Август увидел деву с младенцем, окруженных сиянием. Такое знамение было римскому императору Августу незадолго до Рождества Христова. А за много веков до этого Богородицу воспели в одном из древних псалмов, который так и называется «Песнь любви». «Стала царица одесную тебя в Офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Рим по количеству христианских святынь превосходит все города Европы. 2000 лет назад этот город был центром огромной империи, ставшей ареной беспощадного столкновения тьмы и света, любви человеческой, плотской и любви Христовой. Я Ирина Купченко. Мы с вами пройдем по вечному городу, погружаясь в историю, вспоминая женщин, которые когда-то, много веков назад, жили, любили, выходили замуж, рожали детей. А главное, мы постараемся их понять. Женщин, на долю которых выпал трагический выбор между привычной жизнью, земными привязанностями и спасением души. Женщин, которые в этом выборе пошли до конца. Мучениц, чьи имена записаны в христианских святцах. Складывается жизнь женщины во все времена. Какие события определяют ее судьбу? Наверное, это замужество, рождение детей. В эпоху Римской империи девушка выходила замуж совсем юной. С утра в день свадьбы невеста надевала на голову венок из цветов мирты или апельсинового дерева и закутывалась в покрывало огненного цвета. Церемония начиналась в доме невесты, где составлялся брачный договор. После пира свадебная процессия торжественно следовала в дом супруга. Факельщики возглавляли шествие, музыканты играли на флейтах, рабыня несла за новобрачной прялку и веретено. По обычаю, новобрачная прикрепляла к дверям своего нового дома шерстяные повязки. Это значило, что она будет хорошей пряхой.
Идеальная жена, по представлению римлян, должна была соответствовать выражению «доми седет, ланом дучит». «Дома сидит, шерсть придет». Правда, согласно нравам и обычаям той эпохи, римляне не держали своих женщин в домашнем уединении. Во время выборов женщины не подавали голоса, но зато усердно агитировали. В доме римлянку называли «домина», «госпожа». Она могла появиться и в театре, и на празднике, и на пиру, хотя чаще их можно было встретить у очага в атриуме, там, где собирались все домочадцы. Там возвышался жертвенник богам Ларам, а вокруг него располагалось все самое ценное и почитаемое – изображение предков, прялка и веретено матери семейства. Здесь, за Тибром, в районе Трастевере, находился когда-то дом богатых и знатных римлян, которые с античным гостеприимством принимали у себя в атриуме путешественников из чужих стран. Видимо, от одного из них и услышал евангельскую проповедь дочь этих римлян Цицилия. И вот пришло время и ей плести венок из веток мирта и закутываться в покрывало огненного света. Жених молод, красив, знатен, но он был язычником. Христианский писатель Тертуллиан подробно описывает, что ожидало женщину, христианку, если муж ее оказывался язычником. Когда ей надо идти на молитвенное собрание, муж зовет ее в термы. В тот день, когда она захочет поститься, ее муж устраивает праздник. Язычеством была пропитана вся жизнь, и обращение в новую веру часто оборачивалось драмой, особенно для женщины, ведь она полностью зависела от отца или мужа. И часто случалось, что именно муж доносил на жену христианку. Очень высока была цена, которую она платила за свой выбор. Родители Цицилии против воли дочери все-таки выдали ее замуж за Валериана. Впрочем, такого же кроткого и мягкосердечного, как она сама, Цицилия не стала таиться от жениха. Она сумела обратить его в христианство. Все свои немалые средства они тратили на выкуп из тюрем узников-христиан и на погребение мучеников. Когда их самих повели на казнь, им достаточно было воскурить фимиам, проходя мимо храма Юпитера, и они остались бы живы. Но они предпочли смерть. Здесь хранятся мощи святой Цицилии. Градоначальник приказал заморить Цицилию в жарко натопленной бане в ее же доме, но благодать Божия охлаждала ее. Палачу пришлось трижды нанести удар мечом, но он так и не смог отсечь ей голову. Цицилия прожила еще 3 дня. Истекая кровью, она по преданию пела, и голос ее был божественный. Поэтому в Италии святая Цицилия почитается как покровительница музыки. А на месте ее дома была построена эта церковь. Здесь, в катакомбах святого Каллиста, где христиане первых 3 веков хранили своих усопших и иногда совершали богослужения, есть пещера святой Цицилии. На одной из стен изображена святая в богатом брачном одеянии с распростертыми руками и золотым сиянием вокруг головы. Здесь же, в 1599 году, было обнаружено тело святой Цицилии практически нетленным. В той позе, в которой она приняла мученическую смерть.
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Живая душа, божественное создание в человеке, всегда стремилась к истине, вопреки житейским законам и житейской логике. Агния была необычайно красива. Когда ей исполнилось 12 лет, на ней захотел жениться сын римского претора Симфроний. Но девушка решила посвятить себя Богу, стать невестой Христовой. Не помогли ни уговоры отца, ни роскошные подарки жениха. Девочка проявила недетскую мудрость и мужество. И тогда Симфроний объявил девушке, если ее намерение сохранять девство столь твердо и непоколебимо, пусть посвятит себя служению богине Вести. Если же отеческим богам она предпочитает своего распятого, то ее отведут в непотребный дом к бесстыдным женщинам. Там ее место. Агния жертву богине Вести принести отказалась. Разгневанный претор приказал раздеть ее и отвезти в дом к блудницам. Агния в переводе с греческого «непорочная». И свершилось чудо. Волосы Агнии сделались такими густыми и длинными, что полностью прикрыли ее наготу. А от тела разлилось такое сияние, что все приближавшиеся к Агнии с нечистыми намерениями падали перед ней на колени. И огонь костра не захотел пожирать святую. Пламя разделилось на две части. Девушка стояла как бы окруженная огнем, но не опаляемая им. Когда пламя угасло, правитель, опасаясь народной смуты, приказал перерезать Агнии горло. Через 8 дней после смерти Агнии родители, проводившие все время на могиле дочери, увидели идущих мимо прекрасных девушек. Среди них была и Агния с ягненком, символом непорочности. Этот маленький римлянин, возможно, и не знает, что здесь, на пьяцца Навоне в церкви святой Агнесы, напротив которой он сейчас поет, есть древняя крипта, особое место для погребения святых мучеников и богослужений. И устроена она как раз на том месте, где приняла мученическую смерть Агния, девочка, которой было всего-то 12 лет.
Радуйся, утешительница исповедников Христов, радуйся теми, стяжавшие Царствие Небесное, радуйся, всеблаженная великомученица Анастасия, узников святая посетительница и молитвенница о душах наших. По ночам, когда Рим погружался во мрак, узкими улочками тайно пробиралась в темнице хрупкая девушка. Она подкупала стражников и посещала страдавших ради Христа. Служила им с усердием, сколько могла. Она перевязывала им раны, расчесывала спутанные волосы, подавала пищу и питье. Анастасия, как и Агния, родилась в Риме, почти в одно время с ней. Отец ее был сенатором и исповедовал эллинскую языческую веру, а мать была христианкой. Она-то и отдала девочку на воспитание учителю Хрисогону, который укрепил ее в вере. После смерти матери Анастасию выдали замуж за язычника Помплия. Спустя некоторое время Помплий узнал, что жена его христианка, и начал жестоко преследовать Анастасию, сбивать ее. Вскоре по дороге в Персию при кораблекрушении он погиб, и Анастасия отправилась путешествовать, чтобы помогать заключенным христианам. Она служила утешением и опорой всем, чья вера и надежда нуждались в подкреплении. Императору Диоклетиану донесли, что темницы по городам переполнены христианами и негде помещать других узников. Император повелел за одну ночь казнить всех заключенных. Наутро Анастасия, не найдя никого из страдальцев, горькими рыданиями выдала себя. Император поручил жрецу из храма Юпитера уговорить Анастасию отречься от Христа. Жрец разложил перед ней с одной стороны украшения и драгоценности, а с другой – орудие пыток. Анастасия выбрала второе. Ее растянули между четырьмя столбами и сожгли. Имя Анастасия в переводе с греческого языка означает «воскресшее», «возрожденное». В русской традиции святая Анастасия зовется «узорешительница», что значит «разрешающая, облегчающая страдания узников». Русский святой преподобный Серафим Саровский, которому Богородица приходила в окружении Христовых невест, оставил нам, маловерным, в утешении совет. Если у человека может и не быть свечи под рукою, то сам он всегда может стать огнем молитвы. Христианство утверждалось в мире молитвами женщин, их любовью и верой, их преданностью и жертвенностью. Они по извечному женскому предназначению заботились и спасали, защищали и оплакивали. Это церковь святой Прокседы, а совсем недалеко отсюда церковь ее сестры Пуденцианы. Отец девушек Пут был римским сенатором. По преданию, в его доме останавливались апостолы Петр и Павел, и от них же он принял крещение вместе со своими дочерьми. Кондиториум
Reliquiarum sanctorum martyrum in edibus sancte praxedis. На этом месте был колодец, где сестры Прокседа и Пуденциана тайно по ночам хоронили останки мучеников. Язычники глумились над телами, уничтожали их, высмеивая саму христианскую идею о воскрешении. В этой церкви есть удивительная мозаика IX века. Посмотрите, как трогательно. Апостолы Петр и Павел, приобняв за плечи Прокседу и Пуденциану, представляют их Господу. А на этой мозаике изображена Богоматерь с предвечным младенцем на руках в окружении дев Прокседы и Пуденцианы. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием. Входят в чертог царя. Как погибли сестры, неизвестно, а мощи их хранятся здесь, в крипте церкви святой Прокседы. В Риме покорность главе рода была безусловной и слепой. Отец был единственный собственник состояния семьи. Он мог утопить некрасивого новорожденного или бросить его на произвол судьбы. Право суда, которое отец имел над своими домочадцами, было полным, и его решения не обсуждались. Отец мог даже приговорить к смертной казни. Жена Диаскура умерла, когда дочка была еще совсем ребенком. Он был однолюб и больше не женился, и всю свою любовь сосредоточил на Варваре. Узнав, что дочь христианка, отец стал ее первым гонителем. Следуя своим языческим представлениям о благе дочери, он передал ее правителю Марциану, чтобы устрашить и сломить. Но их жестокость только укрепляла ее. Христиане молились о своих гонителях, ибо не ведают те, что творят. Варвару раздели догола и долго избивали воловьими жилами. Чтобы усилить страдания, раны растирали глиняными черепками и жесткой волосиницей. Вечером Варвару привели в темницу. Она долго молилась, просила Господа о помощи. «Дерзай, невеста моя, не бойся, я с тобою».
Я охраняю тебя, я знаю подвиг твой и облегчаю твои болезни. Претерпи до конца, чтобы вскоре насладиться вечными благами в царстве моем. Варвару еще долго мучили, а она только молилась Господу, просила о радости спасения. Правитель присудил ее к смертной казни. Казнь совершил Диоскур. Он сам отвел свою дочь за город к месту казни. И Варвара смиренно склонила голову под меч отца. По воскресным дням в парке виллы Боргезе всегда много детей. Они гуляют со своими мамами, кормят голубей, радуются солнцу. Они еще не знают о том, что было до них, и не задумываются о будущем. А может, кто-то из этих малышей через много-много лет прославит свой великий город и войдет в историю. В этих парках, на этих улицах и площадях, на каждом шагу памятники прошлого. Здесь настоящее соседствует с вечностью. И неудивительно, что какой-то человек, проходя здесь так же, как и мы, думая о чем-то своем нам неведомом, написал на древних камнях, свидетелях великих дел, куда пропали римляне. Воспитывая дочь вере и благочестии, отец рассказывал маленькой Татьяне об Иисусе Христе. «Кто почитает его за Создателя Вселенной, — говорил он, — тот будет пребывать с ним в раю». Зачарованная рассказом девочка больше всего хотела узнать, а как же попасть в рай? «В Царствие Божие не попадают, — учил отец, — его обретают, подобно любви». Когда Татьяна достигла совершеннолетия, она стала диаконисой. Диаконисы, вдовы или девственницы, наблюдали за порядком во время богослужений, наставляли женщин, желавших креститься, прислуживали при крещении. К Татьяне шли обиженные всеми забытые люди в надежде, что она все устроит. И действительно, все устраивалось самым чудесным образом. Находились врачи и лекарства, одежда для нищих, жилище для сирот, как будто невидимая рука подавала помощь. Татьяну схватили и привели в храм Аполлона. Она отказалась ему поклониться. Помолилась Богу, и, как рассказывает житие, вдруг случилось землетрясение. Статуя Аполлона разбилась, языческий храм обрушился. Тогда Татьяну предали страшным мучениям, заставляя поклониться другим идолам. И опять сотрясалась земля, обрушивались с неба молнии и разбивали языческих богов. Татьяну обвинили в колдовстве и казнили вместе с отцом. В России в 1791 году при Московском университете была открыта первая домовая церковь во имя святой мученицы Татьяны. День ее памяти совпал с днем основания университета. С тех пор эта святая, носительница света благодатного, озаряющая сердца светом истины, стала небесной покровительницей студентов. Что помогало этим женщинам претерпевать такие муки? Откуда они брали силы? Откуда эта радость крещения кровью, как они называли свою смерть ради Христа? Это нельзя объяснить отчаянием или невежеством людей, которым нечего было терять. Она была замечательно красива. Она происходила из царского рода, но
В знатности и красоте нет заслуги человека, и то, и другое дали ей боги. Так она считала. Никто не мог сравниться с ней и в премудрости, и это была уже ее собственная заслуга. Она в совершенстве знала античных философов, поэтов, труды по медицине, владела ораторским искусством, говорила на разных языках. Звали ее Екатерина. Решив провести жизнь в целомудрии, Екатерина отказывалась от многочисленных предложений выйти замуж, но родственники настаивали, и тогда Екатерина объявила, что выйдет замуж только за того, кто будет равен ей по знатности рода, богатству, красоте и учености. И тогда мать Екатерины, тайная христианка, отвела дочь к одному праведному человеку. Он дал ей икону Богородицы с младенцем на руках и велел молиться перед ней. Вскоре Екатерина приняла крещение и во сне увидела Богородицу с младенцем, который надел ей на палец обручальный перстень, избрав своей невестой. Таково предание. По всей Александрии раздавались крики, приносимых в жертву животных. В воздухе стоял смрад и дым жертвенных возжиганий. Император Максимин распорядился устроить грандиозное торжество в честь языческих богов. Юная женщина пришла к нему. «Пойми, царь, вы бесами вовлечены в соблазн». Он не стал вступать в спор с Екатериной, боясь обнаружить свое невежество, и собрал 50 философов, чтобы защитить языческих богов и поставить на место дерзкую девицу. В результате спора Екатерина обратила философов к вере в истинного Бога. «Мы не можем противостоять истине», — сказали мудрецы царю. «Христианка права в своей вере. Ни угрозами, ни обещаниями, ни муками не удалось императору склонить Екатерину к своей воле. Он уговаривал ее пожалеть свою красоту, не уродовать прекрасное лицо и тело. «Я земля и прах», — отвечала святая. «Вся же красота, как цвет увядает и как сон, исчезает от малейшей болезни или старости, а по смерти предается совершенному тлению. Не заботься, царь, о моей красоте». Екатерину держали в темнице без пищи и воды. Специально для нее соорудили пыточные устройства из колес с острыми спицами. Она выдержала все. От веры не отступилась и была обезглавлена. Почти сразу после смерти Екатерина стала одной из самых почитаемых святых во всем христианском мире. Здесь, на вилле Абамелек, на территории российского посольства в Риме, заложен храм святой Екатерины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Женщины оставались с ним до конца. Они не бежали в страхе. Чем можно объяснить эту стойкость? Только глубокой преданностью воле Божьей, познанием Христовых тайн, которые сберегли в сердце своем. Когда смотришь на знаменитую пьету «Оплакивание великого Микеланджело», вспоминаются слова, которые говорил император Лев Философ на Успении Пресвятой Богородицы. Она имеет венец мучеников. Стоя у креста, она пострадала больше всех мучеников. Она имеет больше венец, чем все святые, потому что все святые стоят перед престолом Божьим со страхом, а она – с материнским дерзновением, ибо много может молитва матери, обращенная к милосердию владыки. Непослушанием Евы введена была смерть в мир. Человек изгнан из рая. И, напротив, через Марию введена в мир жизнь и возвещено вечное блаженство.
Мать украсила тела своих детей, как подобает, положила их на погребальную колесницу, отвезла за город и похоронила на высоком холме. Эту римлянку звали София. Сразу после рождения третьей дочери она лишилась мужа. Оставшись вдовой, София продолжала жить благочестиво. Своим дочерям она дала имена, соответствующие христианским добродетелям – вера, надежда, любовь. Христианская община не оставляла нуждающихся без поддержки. Особенно единоверцы заботились о вдовах и сиротах, ибо сказано в Библии: «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их». К счастью, София была знатна и богата, и сама могла помогать обездоленным. Она сама воспитывала своих детей, что было удивительным для того времени. Девочки росли, занимались рукоделием, читали апостольские и пророческие книги, были усердны в молитве. Пришел час, когда мать и ее дочери были вызваны к императору Адриану. Сотворив молитву и поклонившись Господу, все четверо взялись за руки и отправились во дворец. Их мучили и убивали поочередно. Сперва старшую Веру, потом Надежду, потом Любовь. Вере в то время было 12 лет, Надежде 10, Любови 9. Тела мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, столь почитаемых у нас, были положены римским папой Павлом I здесь, в построенной церкви святого Сильвестра, а потом перенесены во Францию. София, Пистис, Элпис, Агапе. Мудрость, вера, надежда, любовь. Император не стал убивать мать, рассудив, что нет для нее большего мучения, чем страдания и смерть своих детей. Вот здесь, на этом месте, где сейчас стоит церковь святого Панкратия, и были казнены святые мученицы. Мать положила девочек на колесницу, отвезла за город и похоронила. Она непрестанно молилась и к исходу третьего дня умерла, пострадав не телом, но сердцем. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием. Входит в чертог царя. В 910 году во Влахернском храме в Константинополе святому Андрею Юродивому явилась Богородица. Она простерла над городом белое покрывало, амафор, и вознесла молитву о спасении мира от невзгод и страданий. Один из любимых праздников на Руси – покров Пресвятой Богородицы. По древнему поверью, в этот день 14 октября выпадает первый снег.
Чистые белые покрывала устилает землю, спасая от скорой зимней стужи. Этот храм называется Санта Мария Маджоре. По своей величине и важности он превосходит все существующие в Риме церкви во имя Божьей Матери. Основал его живший в IV веке римский вельможа Иоанн. Человек он был благочестивый и, не имея наследников, хотел пожертвовать свое имущество на богоугодные дела. Однажды, в жаркую августовскую ночь, во сне ему явилась Божья Матерь и повелела воздвигнуть храм ее имени там, где утром выпадет снег. На рассвете изумленные горожане увидели, что вершину Эсквилинского холма покрывают белые хлопья. Здесь и был сооружен храм Санта Марии Маджоре, который иногда именуется Дева Мария Снежная. Каждый год 5 августа в соборе Санта Марии Маджоре прихожане вспоминают о чуде, отмечая праздник Девы Марии Снежной. Из-под купола падают лепестки белых цветов. Тебу истину возлюбил еси, безвестны и тайные премудрости твои я явил меси. Окропиши мя и соком, и очищуся, омыешь мя, и паче снега уберюсь.